Красивые, статные, с отлаженной выправкой шли строем, чеканя шаг ученики патриотических классов 8 школ города Бреста. Они здесь не просто так. Это молодежь, которая решила связать свою жизнь с военным делом. Принимая участие в городском смотре конкурсе по строевой подготовке, ребята со всей ответственностью стремились продемонстрировать свои лучшие качества, высочайший уровень подготовленности и строевой выучки. Я поступил в этот класс, потому что с детства хотел связать свою жизнь с армией. Это во-первых, это долг каждого, как я считаю, человека, отдать должное тем, кто воевал, и продолжить их дело. Также я шел сюда, потому что это возможность, чтобы этот класс позволяет открыть двери и дороги в другие высшие заведения военные, военного образования, дисциплинирует тебя и, в принципе, одни плюсы. Школы, имеющие военно-патриотические классы, тесно сотрудничают с Военной академией Республики Беларусь. В процесс их школьного обучения включена разнообразная специальная подготовка, которая позволяет в дальнейшем с легкостью поступить и обучаться в военной академии. Сама подготовка к таким смотрам создает коллектив в классе, даже между классами, потому что не один класс выступает, 7-е и 8-е классы, 9-е, 10-е, 11-е, они сдруживаются больше, понимают, что такое взаимовыручка, взаимопомощь, коллективизм и дисциплину. Очень подтягивает дисциплину. Строевая подготовка, особенно в начальных классах, это основное. Потом подключаем огневую подготовку, стрельба из пневматической винтовки. Можно даже погордиться тем, что последние годы мы постоянно занимаем первые, вторые места по стрельбе из пневматической винтовки. Тир есть, с ДСАФом очень сотрудничаем по стрельбе. Второй городской смотр-конкурс по строевой подготовке среди военно-патриотических классов учреждения образования города Бреста проводится Брестским городским исполнительным комитетом совместно с общественным объединением «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», а также военный комиссариат Брестской области. Главной целью данного конкурса является воспитание патриотизма и гражданственности среди обучающихся. Программа смотра конкурса была насыщенной. После праздничной церемонии открытия ребята вступили в состязание по строевой слаженности, куда входили выполнение строевых приемов в составе команды, прохождение торжественным маршем и исполнение строевой песни. Здесь все имеет значение, даже внешний вид учащихся. Особое внимание обращается на подгонку обмундирования, соблюдение правил ношения нагрудных знаков и отдельных предметов формы одежды, размещение эмблем и нашивок на погонах, даже аккуратность прически. В этом смотре участвует 240 учащихся брестских школ, учащихся патриотических классов. Это классы, которые имеют профили и десантники, это пограничники, таможенники, то есть все те, кто готовы не просто участвовать в этой жизни, а быть патриотами. В конце мероприятия были подведены итоги. Командой победителем второго этапа смотра конкурса среди старших групп стала средняя школа номер 35, а среди младших групп средняя школа номер 28. Награждались они переходящим призом Брестской городской организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», дипломом первой степени и ценным подарком.